рад вас всех приветствовать на канале SKRD Offroad. С вами Константин, и у нас очень интересная поездка в лес. Интересная она потому, что у нас сегодня слишком большое количество блогеров на один квадратный метр. Канал Без Правил и Нива 83 Адлер, Давид и Серега. Подводку записали, вот они приехали к нам в гости, выкатываю их. Да. Спасибо за то, что нас принял. Места у вас пока, ну я еще не видел дальше, ну изначально я уже, мне уже все нравится, короче. Все, сейчас с кайфом заедем, поэтому будет интересно. Нас, ну жестко не надо, ну да. Давай не очкуем с тобой, брателло. Все нормально, всех выведем, всех проведем, да. Все нормально, брат. Да, в общем. Компания «Бомба», я думаю, хороший сегодня будет денек. Кстати, ну там сейчас может быть кто-то удивится, мало машин, да? Почему? Ну, объясню. Потому что мы, в принципе, договорились взять 6-7 машин, да? Правильно? Для чего? Для того, чтобы мы ехали по маршруту, а не ждали кого-то, ломались там, что-то еще делали. Тянули кого-то, ждали кого-то. Вот самый оптимальный вариант, правильно? Вот человек, который в горы не ездил, мы всегда так и ездим. Да. Мы вот, то есть у вас один принцип канала, да, то есть как вы там выезжаете, у нас немножко другой. Вот именно лесной маршрут, максимум 6 машин. Ну, и то желательно, которых ты знаешь. А даже ты говоришь лесной, для меня даже вот наши маршруты, да, да, тоже 6 машин. Ну, вот. Да, ну у вас там как больше болото, да, в, ну, Белгородской, да. То есть равнина такая. У нас вот именно... подъемы, верха и так далее. Поэтому... Мне сюда страшно. Да, не-не-не, все хорошо. Ну, видишь, Виталик боится, куда я хочу сейчас заехать. Виталик говорит, не проедем. Ну, надо поехать. В общем, короче, да, будем пробовать да, поле. Да, да. В общем, люди приехали в гости, за что им огромное спасибо. По тачкам эту Ниву в Инстаграме все знают. То есть здесь шестнарь, 30 шлицов, 35 снаружи. То есть от Нальбе, от Титана 30 шлицов сзади, хардблоки, пневмоблокировки. Подписывайтесь на Давида, Адлерская Нива, очень он ей стружит прям. Вот такую притащил с собой АКУ. АК, конечно, но это сложно называть АКОЙ, там стоит шестнарь сзади, на рычагах, на кастомных. Вот вся трансмиссия получается Нива, тоже там усиленные, я так понимаю, КАГАЗ стоит, в рычаги все кастом. Сзади 30, да. Ну да, здесь очень много технических моментов. Так что, видите, АКИ бывают разные. Шестнарь стоит вот здесь. Вот, коробка получается развернута, и кардан вперед-назад идет. Сзади Нивовский мост обваренный на образнике, на квадроциклетной резине. Сзади камень 30 шлицов, спереди Иштехна 100%. Серегина машина. Турбо 1.7, Нива. 33-й Ванда, пневмоблокировки, занижения, по-моему, у него нет. Ну, в раздатке, может, есть, в мостах нет. Я сегодня на ней катался. Тоже, видите, мощные, мощные привода. Парни ездят без защиты. Для нашего региона, конечно, странно, но тем не менее. Кстати, не такой уж и большой лифт, но тем не менее, 33-й отлично поместились. Прикольно настроена турбивида, такая гражданская машина. Турбозверь Виталик. Все знают, да? 37-й Ванда и мощно. И вот такая Нивка из Сочи. Ну, или Адлера, да? То есть это все, в принципе, один регион. А на тракторах 1.7, не турбо. Сзади камень тоже 30 шлицов. Спереди Иштехна блока. Передок отключается и у Давида, и здесь отключается по раздатке. Диски прикольные. Прикольные диски, прикольная резина. Визуально около 33-х. Около 33-х, ну, я думаю, плюс-минус что-то. Так, джиперов нас тут не любят. Заезд постоянно перекапывают, переделывают. Но мы постоянно... Ой-ой, опасненько. Да уже на... Как надо проходить? Сейчас упадет. Газу, 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 газу! Очень на тоненького Виталька проходит. Маэстро. Один раз мы заезжали здесь. Ну, Костян бы здесь проехал. Ну, Нивка, у Виталика база шире просто.
Ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, когда Виталик проезжал, я думал, сейчас перепад будет и он упадет. Но нет. Так, у нас сегодня будет много операторов бегать в кадре, поэтому, ребят, не обращаем внимания, сами понимаете, как создается контент. Будем мешать друг другу, я тоже мешаю пацанам в кадре, поэтому, ну, как есть. А вот это было не очень хорошо. Спокойно, не газуй, спокойно. И максимально влево. Влево, говорю. О, там уже наказано. Мишань, левее. Да, пошире возьми, нормально. Вот еще один автомобиль. Миша с Услабинская Нива Бабка. Редко на нем выезжает, но машина на хардблоках, 32-й Нортеки. И двигатель там допиленный, 1.8, 1.9. Этот вообще проходит на ура. 16, я не помню, говорил, нет, двигатель 16. На Оке, кстати, лебедки нету. Все, заехали. Вот теперь начинаются кайфы. Наконец-то мы в лесу. Время обед, мы так долго собирались сегодня. Лес, конечно, суховат. Идем по верхам. Конечно, в грязи было бы тут намного интересней. Посмотрели бы, как турбо-Нива едет. Ха-ха-ха! Сказали, Ака ездит везде. Ака не ездит везде. Братан, ходами надо было, ходами. Да. Все, назад. Ну то, что сухо, да, но вот такие ванны, коварные, мясистые, сегодня остались. И они еще хуже, чем просто грязь, где можно ехать. И, то есть, когда здесь грязно, вы в колею упали, даже на мост, и вы едете, чертите, если хорошая, злая резина, все равно пробиваетесь. А в такую колею дубовую, если уже сел, то сразу прилип, вот как, собственно, АК, ему ходами нужно было. Пацаны, кстати, сказали, что АК у них ехала везде. А тут ветками засыпали. Зачем? Кто-то опилился, объезжал. Но тут тоже злая траектория. Хорошо прилип. Ну, сидел полностью на морде. Видите? Хотя просвета у нее очень много. То есть больше, чем у Нивы. Колеса где-то 31 получается. Полностью все рычагом собирает. Мне кажется, даже ходом не пройдет. Прям нормально здесь. Все. Да, и на мосту вот след от моста тоже. Кажется, мы кого-то сейчас здесь потеряем. Сцепление. И все. Четко под его базу. Братан, у тебя сцепление горит! А, он висит полностью, смотри. Все, я зацепился. Короче, отсюда не уезжаем, так и катаемся туда-сюда. Ивасик на сельхозе.
Ну даже 33-й, я скажу, не проедут. Все. Ёб твою мать! Это было неожиданно. Заглох. А ты... Ты предупреждай хотя бы в следующий раз. Но это не проехал, Сережа, это называется пролетел. Да, как я вовремя заметил, что он летит в меня. Я понял, эти контент-мейкеры. Сейчас будет бабах. Короче, снимать надо регулярно, постоянно. Потому что они есть. Зачем поджимать? Все, оба сели. И этот сидит. Не, этот еще шевелится. А этот все. Останься там! А, он назад не может выехать. Я ж тебе сказал назад. А, ну тебя только вперед уже. А есть кого не бьет? Ну, Виталика, чтоб проехал Виталик, и потом сюда выехал. Ах, люблю Нивоводов. Что творят? Офигенная тема. Это моя самая любимая тема. Ты понял, да? Это не 33-е колеса. Нет, не заедешь. Охлаждение, добрый вечер. Все. А было бы мокро, была бы лужа, он бы выехал. Так, здесь достают Серегу. Все. Стой. Отдай. Тут нон-стопом просто снимать нужно. Выбила раздатку, по-моему. Как он ей насовывает, это просто... Мощные, все мощные. Чуть-чуть назад. Все, давай. Да нет, это без вариантов, куда? А раздатка включена?
Да ну куда? Вы о чем? Тут Маверик на 33-х колесах не выехал. Да, это не, это нормально. Я предлагаю разворачиваться, ехать бухать. Пока Серегу там достают. Да ну это просто... А не, объехать, мы вот туда не поедем. Видите, какая коварная у нас сегодня грязюка. А не, крутит, кто говорил? Крутит все. Не порвался, Виталик, это наговаривают злые люди, это просто из-за грязи не видно. Все крутится, все. Полностью на мостах сидит. Почти 40 сантиметров у него сзади. Двигается. Просто люблю. Я ближе не подхожу, потому что... Она двигается. Она двигается. Пока ему не надо залетать, там ступенька. Пробьет, пробьет. Нет, не пробьет. Все, прилип. Она тебя вниз давит, он неправильно. О, стой! Стой, стой, стой! Назад, назад, назад. Ты уже не попадаешь. Еще левее. О, правее. Еще. Пошел. Падает. Колесо разул. А что за троим? Не знаю. Не, оно накачанное, там только подключить, он чуть-чуть спустил. Ну вот, мощный, я ж говорю. Проехал. Коротко про ситуацию.
Дава проехал, у него с машиной все нормально. Здесь забиты винты грязью, но они вон включились, работают, но проблема какая-то с турбиной, такая что-то машина троит. У Виталика в целом все нормально, тоже просто сейчас почистится и поедет. Так, белая просто... В белой машине. Я понял. Мне тоже надо брод пройти, да? Не надо, не надо. Едем дальше. Короче, у всех все хорошо. Вот единственное, троит немножечко. Да, ты по решетке по своей едешь. Да, он уже ее оставил на память в этом лесу, да? Да не, она, видишь, хорошо пережила. Что там? Виталик чистил машину, решил в кукурузину в следующую заехать. Смотрите, как резина замыливается. Раскидывает. Все, все починились, мы тронулись. Там Ака где-то по лесу пробирается своими дорогами. А, вон он. Не ту машину вы снимаете, он своими кушерями ездит. Без разницы, они обе в одно место сходятся. Вообще прямо просто ехать. А, не, левее. Брат, у тебя свои маршруты, да? Поехали. Невака, да. Скучно парням, творят дичь. С охлаждением проблемы. Поменяли термостат, слепили его из того, что было, залили водичку. Сейчас стартуем. Ох. Времени осталось у нас до заката немного. Потом снимать не получится. Я еще без фонарика сегодня. Говорят, она может заезжать на деревья. Ну почти. Ну, вертикальный подъем она берет. Да ёб. Что это такое, блин? Он чуть не перевернулся. Жесть. Она уже пошла, кстати. Все, поехали наверх. Наконец-то собрались. Все, стартуем. Время уже близится к темноте. Да, затянулись у нас сегодня ремонтные работы. Плюс поздний выезд. И, короче... Прям печалька. Вообще почти не покатались. Ну, сейчас должно быть нормально. Эх, не видно. О, все, выехал.
Дали задачу останавливаться возле каждой лужи, пока день, надо поснимать максимально много. Не знаю. Ну, как минимум, вау-эффект имеется. Ну, Виталик тут на холостых может проехать, но, наверное, тоже сделает шоу. Без блокировок. Протягивайся. Ну, молодец, что остановился. Да, дорога изменилась. Да, да, сделали объездку, раньше не было. Так только увидел там сверху. Угу. Блин, вот по-сырому дождик был бы вообще кайф. Виталик по колее. Там он на горку. Да, сделали объездку квадроцикла. Ой-ой-ой, хорошо как. Прикольненько. Опять же, в дождь было бы интересно. А где мой фокус, алё? Почему? Короче, говорит, препятствие херня, говорит, жопой проеду. Зачем? Ну. Там еще есть одна, можно в бок. Что там, тоже порубиться. У меня датчик. Я датчик коленвала, только касается до воды. 100%. Я тебе сразу сказал. Говорит, задом. Если б только не выбивало раздатку. Давид аккуратненько едет, чтоб глоб... Самая лучшая реклама, что шестарь не низовой. Стартер. Пацаны, что-то вы херово к лесу готовитесь. Да, братан. В Сочи в Адлере будешь понтоваться, как ты там на всякие горки заезжаешь. Горячий ключ вам сегодня не дает. Давид, ты знаешь, что сила в монтаже, да? Я могу тебе проезды удалить, а вот этот оставить. Сила мощный. А закрой дверку у себя. Да он намок, наверное, вряд ли напрямую, брат. Закрой дверь! Ой-ой, звук был хороший. Смотри, китайцы. Прям как... А, лобовой, говорит, только вымыли. А я тебя все стыдю. Я так причувствую. Да
Пока она убегает! Нырять надо было, нырять! Выдержала такой удар. Охренеть. А он его утопил, нахуй. Он его сдвинул. Так, ну у нас сегодня, конечно, очень такой затяжной денек. Едем очень медленно. Ну, это я для вас всегда снимаю, да, мы там едем, я иногда в препятствиях выхожу, снимаю. Они, видите, как блогеры получаются, они им нужен прям как нужна каждая лужа. Они прям возле каждой останавливаются, снимают. Короче, очень медленно двигаемся. Вот, я не осуждаю, то есть кайф есть, пацаны кайфуют, ездят. То есть мы сейчас маршрут поменяли, чуть по-другому поехали. В общем, у нас день световой потихонечку заканчивается. И, ну, ночью снимать, естественно, не буду, еще и без фонарика я. Короче, сейчас еще парочку моментов покажу. Потом у нас такой длинненький перегон, в принципе, я не думаю, что мы там будем останавливаться. Ну и потом мы это будем, в принципе, все завершать. В лесу уже всякие животные летающие имеются. Неприятненько. Это моя сегодня операторская машина, Нива Бабка. Она ездит сегодня, проезжает все везде. Миша едет аккуратно, поэтому ее почти на видосах и нету сегодня. А эти, видите, как едут? Эти газ в палас ездят. О, добрый вечер, редуктор. Это был редуктор. Просто на ровном месте. Это главная пара, редуктор. По-моему, зад. Так ты проезжал тут. Ты видел? Он, смотри, Серега, вот ты сразу ходом залетаешь. Там может лежать бревно, может стоять камень. Поэтому заехал и потом едешь. Давай. А, ну и помни, у тебя сейчас вода и опять троить начнет. Поэтому тоже сильно не разгазовывай. Проблемы с датчиком коленвала. Это пробитый датчик. Всеобщая известная проблема. Нужно его менять. Естественно, ни у кого его с собой нет. И машина дает ограничение где-то 3-4 тысячи, то есть не выходит на буст, и поэтому турбина тут как бы... И вот сейчас уже надо на ней ехать, а тяги нету. Нет, смотрите. Почти. Ой, хорош. Молодец. Неплохо. Я, если честно, думал, что тут будет хуже. А он как-то здесь проехал даже легче, чем Виталик, когда крен был налево. Направо. В общем, рассказываю. Как вы видели, слышали, здесь задняя пара. Новая. Первый выезд. Щелкнуло. Но самая проблема у нас вот в оке, которая проезжала через бревна. И вот тот вот щелчок, который подумали, что все обошлось, не обошлось. У него оторвало рулевой редуктор полностью, балку точнее, рулевую. И сам колонку получается, которая идет от руля к редуктору, тоже все это оборвало. И теперь машина неуправляемая. Что с ней делать? Думаем. Поэтому, ребята, у нас начинается интересный выезд из леса. Долгий, утомительный, но мы обязательно выйдем, может, пару вставочек еще сделаю, но в целом как бы закончилась наша поездка, мы разворачиваемся и
двигаемся в сторону выезда, хотя должны были еще дальше углубляться в лес, в маршрут. Вот. Второй раз он нам не дается. Один раз мы его только проехали, и то с проблемами. И вот два раза пытаемся его проехать, и все никак. Так что надо будет этот маршрутик взять, эту галочку в этом году. Так что это хорош. Планы есть. Короче, прошло часа два. Едем. Проехали километра 4. Нам еще 6 до асфальта примерно. Серега сел. Машина троит в воде. Датчик коленвала. У Давида ГРМ порвался. Короче, он на брелке, на шнурке, на галстуке у Виталика. У Сереги антифриз уходит. Зарядки нет. Троит. Аку тащим потихоньку. Короче, у Миши лебедка приказала долго жить почему-то. И в общем, все самое интересное, как всегда, ночью. А нам еще очень далеко и по такой не самой лучшей дороге, конечно. Разбили. Тут была недавно гравика, вообще охотники отгрейдерили, и она ровная была, но сейчас разбили и очень-очень-очень сильно. Колея бешеная, ванны огромные. И, короче, ночью она ж ничего не видно. Раньше тут проезжали, Серегу сюда отправил, а не проехал. Надо было по другой дороге. Ну, блин. Ситуация вот так вот. То есть Нива, трактора, это, кстати, 34-й у него получается. Колея большая, едем, лебедимся. У него еще на этом... Сделай колеса влево, ты выедешь, а то ты... Пускай. Не, давай влево обратно, не идет. Да, вот так. Не прыгай. Не прыгай. Не, стой. Хотя бы АК без рулевого, но хотя бы помогает в очень сложных местах сама себе. Колея дикая, конечно. Все едем и едем, у нас до сих пор эвакуация. Виталик тащит Даву, Нива тащит Аку, Сережа едет кое-как, одна бабка, пушка, гонка и Мишаня. Что-то фокус, вон Серега кайфует, вот все здесь. Такой, как Стас, Никита, Дюша, Метелкин, да? Короче, и пыль с нами даже. Да, пыль с нами. А еще нам повезло, мы доехали до одного момента. Тут должна быть злая дорога, а тут тракторок проехал так ровненько, в бульдозер все сгладил. И это минимум час нам сэкономило, то и больше. В общем, хорошо едем. Еще до хера, правда, но двигаемся потихоньку. Все. Тут тоже пару порвали. Все, потянули Давида. Потянули Аку. Что там, крутится руль нормально? Четко, отлично. Брат, смотри, как крутится. Отлично. Все, поехали. Ну что, ребята, все. Теперь у нас точно финал. Мы все выехали. На шнурке получается также АК и Давид. Там еще были технические проблемы. Но в целом маршрут закончен. Мы даже не так уж поздно и выехали. Всего лишь там что-то 11:30 ночи. Так что, пацаны в ахере. Я думаю, переходите на их канал, и оставлю под видео и на Серегу без правил, и на Давида, Нива Адлер. У них будет немножко другое, то есть у них там операторы бегали, у меня такое самое аккуратненькое, я больше там штурманил, подсказывал. Ну, короче, как всегда, много разговаривал. В общем, что там надо говорить? Подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на канал к пацанам. Смотрите их и пишите на их каналах, что вы с СКРД пришли. И вот это будет прям круто. Все, до встречи в следующем видео.